перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Сегодня мы просто встречаемся, как обычно. Это вам аплодисменты. Концерт Моцарта мы пропустили только что. Что может быть прекраснее, чем пропустить концерт Моцарта? Да. Вечер добрый, вечер в хату. Всем, кто по кайфу. Всем, кто сиделец, кто уже положенец, кто вышел, кто еще выйдет. Всем привет. Чебоксары, Нижний Новгород, Бишкек, Самара, Саратов, Саранск, Калуга, Подмосковье, дальние, ближние. Всем привет, друзья. Настоящий, конечно. Да, друзья. Говорится, вот недавно, не знаю, видно или нет, уебался о микроволновую печь, дверку. Дверку микроволновой печи, и вот осталось у меня тут. Бандитская пуля. В Украине в первую очередь. Коза. На Украину коза летит. Всем здравствуйте. Можем просто весь вечер здороваться, и мы будем рады, счастливы. Микроволновая дверь, да, она на возвышении так стояла, короче, и я вот так вот об нее из-под низу такой ебался. Так, сейчас мы кого-нибудь забаним. Все. Будем по кайфу. И Беларуси, конечно, особенно всем, кто в младшей, средней и старшей школе. Привет. Роман, ну как дела? Вот только что вернулся с презентации своей книги. Задавали умные вопросы, говорят, какие ваши творческие планы. А я говорю, да мне не сесть бы. Неплохо. Клево, когда знаешь, когда... Ну, вот есть такое внимание общественное какое-то, когда тебе спрашивают, а почему вот на 15 страниц, третий абзац, вот с этой буквы вы начали. Ну, я сказал, ну как, я поэт... Я так вижу. Вот книга, да. Книга называется «России жить, не тужить». Ижевск. Это песня для Ижевска. Всех, кто в этом чате, мы принимаем автоматически в антихайп. И всем... Респекты. Вот, всем респекты. Мерч завтра вышлю. Завтра вышлю. Финляндия, Финка, Лапинранта, Хельсинки, Упсала и все другие регионы. Всем привет. Всем привет. Наконец-то. Вот, слушаем музыку, не тужим, читаем книги. Есть мерч, тут написано «Зомай». «Зомай». На стриме буду завтра, сегодня даже буду. Свидригайлов, респект, всем по кайфу. Всем, кто варит рис. Слава на тренировку ушел.
тренировку ушел, занимается плаванием, плавает 100 метровку, 200. О, Юрий Дудь, респект, день рождения, долгих лет жизни. Мой любимый композитор Илья Семенов. Кулинарные стримы, ну, надо. Да мало готовлю, на самом деле. Что-то как-то не доходят руки. Слава ЗОЖ. Да, мы давно ЗОЖ. Года 4,5 где-то. Вот. Какие, рассказывайте, что вас удивило за последнее время? Варик всегда есть, братишка. Всегда есть. Ну, надеюсь, все нормально будет. Россия ши... Нет, футбол не буду смотреть. Кокорина, Мамаева нету. Футбол не буду смотреть. Да просто конец дня немножко устал. В Минск. Ну, конечно, братишка, там же есть концерт в Минске. Там есть ссылка. Или нет ссылки. Ну да, у нас должен быть в декабре, в конце декабря. Оверхайп, батлы, все будут. Я вот даже не вру и не шучу. Не вру, не шучу, все будет, друзья. Главное, больше лайков. Вот. Оверхайп 3 2 ноября. 2. 23, да. Макароны буду варить. Отваривать. Говорят, надо отваривать макароны. Че их варить, они уже почти готовы. Саратов, ну, блин, что-то организаторы не сделали. Никто не захотел, чтобы мы приезжали в Саратов. Хотя в Саратове бомбезно было. Я обещал одному прекрасному посетителю засунуть микрофон в задницу, но мне стыдно до сих пор. Ну, что-то... А вот сколько оверхайпов будет, это как... Непонятно как. Треки Шока мне понравились. Там такой рок, в принципе, неплохой рок такой, знаешь. Гитары и ритмы секции мне нравятся. ПМСК, концерт 10 ноября. Бля, очень стыдно перед чуваком. Ну, бомбанул, бывает. Последний концерт, устал. Что-то микрофон... Ненавижу, когда микрофоны выключаются. Это было плохо. А он что-то под руку сказал еще, и я сорвался. Это меня не красит. 9 ноября у меня день рождения. 10 концерт в Москве. Нет, турнир «Курвать на битах» не смотрел, ну, еще не видел. Братишка, в Минске как пойдет, по антихайпу живем, сам понимаешь. Сегодня день прикупа, завтра в минус. Лицей мне нравится, группа «Лицей» неплохая. Бабурин... Красавчик Бабурин, кликуха такая. Судить ничего не буду. Мне приносит удовольствие общение с умными людьми. На разогреве у нас радио Орфей. Радио Орфей, друзья. Радио Орфей. Хорошее радио, слушайте все. Со Святиком, конечно, будут совместки. Не, сардельки не ем, братишка, там же ничего нету. Ничего нету. Мяса нет.
Генри Кеф 2 дня назад был призван в антихайп. Призван на службу. Был призван. Фит ждать, да. В МСК Овсянкин. Не знаю я, как захочет Овсянкин. Он же может и не захотеть, правильно? Вот у Букера концерты на этой неделе. Концерты. Не слушал Noize MC, потому что занимался тем, что в Твиттере писал. Snuff Snus не пробовал. Если сын родился, то радоваться надо. В Минске нормально, пацаны. Все будем везде. Любимая часть оверхайпа у меня вторая. Но сначала мне первая нравится. Ну, все хорошие. Третья, пятая, шестая, седьмая, любая. Не знаю. У нас есть один фит с модным исполнителем рейв-музыки. Маккарти, у меня Австро-Венгрия. Витя СД сейчас сидит в интернете. А может и спать уже лег. Братишка, ну дорогой мерч, понимаешь, делаешь дешевым, люди говорят, о, это некачественное говно. А потом делаешь дорогим, они говорят, о, это модно, это как Баленсиага. Вот, в интернете сидит Витька, все знаю. Завтра скоро пойду спать, завтра на тренировку с утра. Клип, ну да, выйдет в октябре. Уже же октябрь. Хорошая музыка заиграла. Пша! Мерч, конечно, привезем. Если концерт будет, то, конечно, привезем. Обязательно, братишка. Даже не сомневайся. В прошлый раз весь мерч скупили. Каких зарубежных рэперов слушаю? Слушаю Кизару, ЛСП, ну и пару лондонских артистов. Трек будет, конечно. А просто подписчиков больше, там больше людей послушают. Кем хотел стать в детстве? Программистом, наверное, хотел стать. Вот такие, друзья, дела. Спасибо всем, кто желает удачи. Мы победим любые несправедливости. Знаете, друзья, я не виноват. Я ни в чем не виноват. Я не виноват. Я не виновен. Что будет, если концерт отменят? Все будет хорошо. Да не постарел я, братиш, просто борода отросла. Борода и освещение такое, знаешь? Освещение важное. Штука, она может придать плюс 10 или минус 10 лет. Йолопуки. Такую музыку тут клевую крутит, конечно, прям по кайфу. Это все постерония. Реп игрок Букер де Фред загнулся, да, паблик? Я давно не проверял. Букер живой, приходите на концерты Букера на этой неделе. 13 число Москва, 14 Санкт-Петербург. По кайфу будет. По кайфу Букер споет песню какую-нибудь там. Нахуй всех, нахуй всех. Мишка Джигли, да, не доедает немножко. Но ничего, ничего. Поправился, надо сбрасывать. Давайте, друзья, руны. Крестики. Различные другие лапки куриные. Новый положняк по постеронии в честь Нового года. Хайп Трейн 2 нет. Братишка, все только в одном экземпляре. Оверхайп не знаю пока, братан. Ничего не могу сказать. Третья часть будет по-любому. Бабангида или дядя Женя? Бабангида. Я не пишу заявы, я пишу треки. Илюха Мэдисон, красавчик.
Замка в замок не лучший мой альбом. Развивайте SoundCloud. Да вот, видите, SD говорит, там нельзя монетизировать, поэтому нет SoundCloud. Такой вот он. Капиталист, как говорится. Дядя Женя или Валентин Дядька? Валентин Дядька. Это Новый Орлеан. Мерч с бабаном. Можно, кстати, да? Любимый футбольный клуб. Ну, сольные сделаем, конечно. Я думаю, что-нибудь придумаем, друзья. Как нет-то? Все придумаем. Самый смешной трек. Ой, ну там тысячи, братан. Просто послушать, обхохочешься. Леха Закон. Версус, конечно, буду. Так я что же говорю? Я про душу, я про человеческое. А Витя все за деньги, деньги. Злодей. Да, конечно, на SoundCloud все залью. Лучший трек для тех, кто никогда тебя не слушал. Не знаю, какой лучший трек. Имя. Поставьте имя. Да любой, поставьте любой. Какая разница? Какая разница? На скамейках пацанам или из замка в замок? Блин, на скамейках пацанам. Это вообще душа, классика. Там столько смешных треков вообще. Короче, анекдот, друзья. Заходит как-то хохол в купе, а там сидят три негра. И он их спрашивает: ой, хлопцы, а что тут горело? Анекдоты опасная такая сфера, куда лучше, конечно, не забегать, а то это может плохо кончиться. Может плохо кончиться. Вы понимаете, иногда можно такой смешной анекдот рассказать, что просто обхохочешься. Вот видишь, смешно то, что не смешно. Главное, что смешно. Да не было на статье на афише про рэп-гад. Там же ирония, сарказм. Неплохо себя чувствую. Выпил нарзанчика. Слушаю радио Орфей. Планирую минут через 5 пойти читать книгу. Мы не экстремисты. Мемы про антихайп, конечно, смотрю. Антихайп – классная группа. BTS, The Hands of My, Slug PSS. Книга. Да вот, вот, например. Вот, книга. Просто. Смотрите, и сразу, да, для контраста. Сразу для контраста. Разные книги могут быть. Роберт Хайнлайн, клёвый. Больше, я думаю. Спасибо, Хан Банан. Люди на обложках. Интересные люди. Александр I Наполеона победил злодея. Владимир Крючков долго руководил КГБ СССР на излете уже в самом таком кондовом варианте. Интересно. Интересно почитать, интересно узнать. За что боролись, кого хотели. Интересно всегда, друзья. Мало кто понял. Ну, слушай, смотря как смотреть, да, конечно, много, как говорится, нет. Мы же не страдаем гигантизмом. Зачем? Много, немного, не в этом дело. В Рязань, мы были в Рязани, в этот раз не позвали в Рязань. Неошансон мне нравится тоже. Это ЖЗЛ, просто ЖЗЛ. Издательство «Молодая гвардия». И пишка от Валентина Дядьки, не знаю. Парс Рэк живой? Нет, закрылся. Все, пацаны, нас пока еще не посадили, поэтому нормально все. Все еще окей. Букер крут. Сам себя... Ну, иногда приходится же там трек сводить, послушать там. Чуть-чуть можно вас слушать. День, когда Оверхайп второй выходил, много слушал этот альбом. Я не знаю, ЖЗЛ 10-15, немного.
Там их миллионы просто. Невозможно, всех не прочтешь просто. Антихайп-бургер. Я последний панк с тех пор, как умер Горшок. Лучше больше людей на трансе или меньше? Всех люблю, какая разница. Planet Dead клёвый, я один кусочек только видел. Нормально угорает. Новый Замай. Всем известно. Джимбо, выходец Лимбо. Поднятый на вилло. Не альбом, а сингл. Два трека у Шока вышло. Нет, не отличался от альбомной версии. То же самое. Респект Минск, респект Париж. Бориса Рыжего, конечно. Лёша Мельников, привет. Вот не спит Лёша Мельников, а не хочет книжку читать. Хочет участвовать в трансляции. Мистер Заебацу, респект. Анзор, я тут забатлил недавно. Это, наверное, превзойдет даже наш батл с тобой. А может быть и нет. Бомба была, вообще бомба. Бородатый как Ашот, да. Это смешно. А я в субботу не буду. Суббота же в Москве, братишка. В воскресенье в Питере. Я же в Питере. Поддельный антихайп-мерч не уважаем. Во. Современный поэт из живых. Это я. Анзор. Нет, я буду в Питере же. Я же в Питере. На что потратишь деньги смерчи? Приезжай, Алексей. Но пиво я не пью. Выпью еду какую-нибудь. Анзор, я не подписываюсь ни на кого, чтобы не смотреть ленту. Я же буду просто бесконечно перелистывать Инстаграм, истории. Это ужасно. По молочному коктейлю. Звучит, ну так, спорно. На кого? Я ни на кого не подписался. У меня ноль подписок, Анзор. Почему 600к рублей? Нет. 600 рублей, а не 6к рублей. А, в Твиттере? В Твиттере я на всех подписан. Я подпишусь тогда. Анзор, я подпишусь. Был летом в Бишкеке. Летом. Мерч по СПБ, доставка 220 рублей. Дешевле, чем в любую другую точку России. Старый русский 2. Ну что, друзья, пора отчаливать. Что могу сказать? Всем респект. Всем, кто по кайфу. Уважение. Сохраню трансляцию для потомков. Станислав Лепс. А я что-то, я не помню уже даже, какой прикол придумал про Станислава Лепса. А, ну это, короче, Станислав Лепс, это Стас Михайлов и Григорий Лепс. Получается, Станислав Лепс. Идеальный просто. Представь, музыкант вообще, который рвет хит-парады, Станислав Лепс. Это вообще бомба. Видишь, я быстро вспоминаю свои шутки. Он еще писал форму, я знал, что никому не понравится. Ну, так я и до сих пор так пишу. Все, давайте, друзья. Всех уважаю, всех люблю. Всем респект и всех с наступающим Новым годом. 8 марта, 8 мая, 9 июля. Спасибо за поддержку. Надеюсь, нас не посадят.